Эй, всем привет, ребят! И мы с вами продолжаем проходить игру Saints Row 4. Так, кстати. Так, это портал. Ага. А вот этих парней мне нужно. Так. Так, получается, их нужно бить ихним космическим оружием. Что, в принципе, логически. Можно догадаться. Так. Так вот, в хлебальник. Так, оп, оп, оп. Эй. Ой, опять этого чудака убивать. F1. Блин, а какой кнопкой его вот это? Кнопкой его что это еще такое? Багануло. Стоп. Так, настройки. Управление. Так, камера машины, настройки на клавиши и кнопки. Пешечка. Так, присесть. Она ходьба, поднимет рукопашина. Так, F. Насмешка, комплимент. Нет, колесик приближения, отдаление. Ну, а стрелять как? Вообще. Действие, ячейка оружия. Так, телекинез. Выбрать заряд. Ну и что? Выбрать заряд. У него есть отпустить мобильных слишком оружие.
же я его, блин, убивал? Вы убиты. Начать вводить вирус. То есть... Хотя стоп, ребятки. Я же, по-моему, как-то вбивал его и без, то есть, того самого. И без заморозки. Так, ну и что это я сделал? Отлично. Что на меня орётся, что ли? О, теперь тоже все как в GTA. Так. Нарушить симуляцию, так. Хакните магазин. Хочу драки, мы дадим ее. Так, нам нужно грабить магазинчик. Так, что-то я вообще офигенно зашел так. Блин. Клево, что нам можно плыть с любой высоты. Вот это вот классно. Плавать мы не умеем, насколько я понимаю. Так. Взломайте магазин. Угу. Подключи схему доступа данных слава направо, используя узлы взлома. Доступны в правом столбце. Пока не иссякнет время. Выделить узел, изменить тип узла. Установить узел. Ну ладно.
Взлом окончен. Так, голова. Не понял, кто это у меня. Оп! Вот фаталити. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, что это? Оп, оп, вот и все. Взлом планеты. Ребят, я реально, я до последнего не понимал, что мне здесь нужно делать. Мы один взломали, ничего не украли. Ну, вот такая она, Saints Row 4. Я говорил, что она безбашенная. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВК. Не будьте там пассивными. И напоминаю, что с вами был Вейдер. Поставьте лайк обязательно под это видео. Всем всего хорошего, пока-пока.